Дневник Васи Баранова. В Потьмах мы подошли к ограде, большущей проволоке, в несколько рядов. Полицай с ружьем в руке пропустил нас. Мне стало жутко. Мне казалось, что я уже отсюда не ходок. Всех нас вели в длинный коридор барака. По разговору определил, что здесь и русские, и украинцы. Сегодня дали мне номер на шею. 25795. Во второй комнате умер вчера парень. Володькин земляк. Случаи голодной смерти здесь уже не новости. Жить становится невыносимо. Но умирать без всякого всего не хотелось. Нет, выжду момент и умру с треском. Жрать ужасно хотелось. Я пошел в помойную яму и насобирал там брюквенных очисток. А полицай заметил и хотел меня поймать, потому что не разрешают лазать в помойной яме. Я удрал. Прихожу в комнату, ребята просят, я им дал. А Гриша сказал, что в яме их много. Но только смотри, полицая. Он побежал и не заметил полицая. И только Гриша приложился собирать, как полицай ударил его сзади прикладом и убил насмерть. Я целый день не мог найти себя. Ведь через меня его убили. Если бы я не пошел, он бы и не знал. Вечером труп куда-то увезли. Я так плакал, что по всему телу пошли синие жилы. В случае скорой победы, и я останусь еще жив, то сегодняшний случай послужит еще большей мести этим фашистским извергам. Мы еще им докажем, кто мы.